Всем хобо, с вами Вова. Сегодня мы поиграем в игру Bendy and the Lost in Darkness. Это что-то типа Bendy и Dark Deception. Люблю фанатские игры. Так, блин, зайди уже. Точек. Здесь все на русском. Он следит за тобой. Так, супчик. Сколько тут супа. Мечта и правда сбывается. Так. Сколько тут супа. Ну это пока что только бета-версия. Так. Ну, графика здесь неплохая. Да, эту игру, к сожалению, забанят, как и все остальные фанатские игры. Но я успел ее скачать. И смогу ее обратно залить на Game Jolt. Только с другим названием, чтобы Митли не спалил. Какие спецэффекты? Так. О. Для фанатской игры спецэффекты неплохие. Для фанатской. Где мой гаечный ключ? Чернильная машина, объясни мне. А, Бенди! Не-н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 е. Бенди, Бенди, Бенди. И что? Меня Бенди поймал? А. Теперь нам надо собирать кристаллы. Как в Dark Deception. Какое совпадение. За мной что, Бенди сейчас? Меня Бенди преследует. Не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет. Фух. Я не знаю, что тут комментировать. Тупо Dark Deception и Бенди. Как там Бенди? Ага. Продолжает бежать за мной. Так, там кристаллы были. Вот. Не туда. Еще? Дайте мне еще кристалл. Кристаллов. Со мной Бенди бежит. Mm-hmm.
Да уж, я не умею делать летсплей, как, например, Винди. Ну и что мне теперь делать? Я заблудился. А, у меня получится обмануть Бенди. Хотя, если я попытаюсь его обмануть, то скорее не он, не я его, а он меня. Блин. Короче, Бенди, поймай меня. Вот. Я знал, что они на спауне. И все. Два кристалла. А еще есть? Вот еще. Все, бежать надо. Он что, за мной бежит? О, да. Он за мной бежит. Он за мной бежит. Так. Да, я спасся. Вы выбрались. И все. Собрано кристалл. 43, 43. Найдено секретов 0. А что тут? Секреты есть? Количество проигрышей 1. Я активировал одну пасхалку. Мой ранг А. Да. Конец первой главы. Разработана Indie Games Studio. Разработчики Максим Белевич, Замидли, ну, оригинальная текстура. Благодарность ютуберам. Мистер Декарт, Леня Гейм. А где я? Ладно. Музыка Down to Darkness, Замидли, Little Devil Darling, Замидли, True Ink Machine, Замидли, Don't Look Back, Glass Stick Entertainment. Продолжение во второй главе. Мы это, что, будем убегать во второй главе от Сэмми? Пожалуйста, оцените игру на GameZolt. Ну, игру-то я оценю, но... Что мне, блин, делать с... Хотя ладно. Если вам понравилось данное видео, то поставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Вова, до новых встреч.